Друзья, я сейчас покажу разделение, которое можно сделать любую мужскую стрижку. Первое, это вот мы разделили топ-зону. Здесь у нас 4 точки. Первая, вторая, третья, четвертая. С этой стороны тоже. И первая, вторая, третья, четвертая. И от четвертой до четвертой точки мы разделили топ-зону сзади. Смотрите, там она выглядит вот так. Еще она называется подкова. Далее. Какие еще есть разделения? Середина уха. Это височно-боковая зона. И с другой стороны. Центральный пробор можно разделить очень просто. Расчесываем, расческа ставим на середину палец. Раз. И два.
Ничего.